Групповой этап первенства Московской области по мини-футболу прошел в универсальном спорткомплексе Подмосковья. За победу сражались команды юношей 2010 года рождения, игроки Щелковской спортивной школы Олимпийского резерва и гости из Сергиева Посада, лидеры соревнований. Однако щелковские футболисты еще до начала игры признались, пасовать перед сверстниками не станут, настроены побеждать. Мы хотим выиграть Московскую область. Мы уже по большому футболу выигрывали Московскую область. По мини-футболу первенство Москвы мы выигрывали. Осталось только Московскую область по мини-футболу выиграть. Матч начался. Юные щелковские футболисты сразу принялись атаковать и уже в начале игры забили гол в ворота гостей. Однако после первого удачного мяча не расслабились. В итоге к концу первого тайма счет был 3-0. Мы амбициозная команда, да, как понятно, что результат в этом возрасте, конечно, все равно второстепенный, да, играет роль, но мы уже привыкли побеждать, всегда побеждаем, стараемся побеждать. Хотелось бы выиграть область, так по силам нам все это сделать. В этот день фортуна явно была на стороне щелковских футболистов. Пропустив всего один мяч, им удалось забить еще 7 голов в ворота соперников и завершить игру со счетом 10-1. Нам просто была нужна эта победа, чтобы... если мы занять первое место. Мы с четвертым местом играем в 1/4 финала. Впереди еще 2 игры группового этапа первенства, а затем команды продолжат борьбу за главный трофей соревнований уже в четвертьфинале. Всего же в первенстве среди команд 2010 года рождения за победу сражаются 12 футбольных команд региона. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.